Здорово, народ, с вами Варчик. Скоро в картошке стартанет мой самый любимый режим, который был всего лишь один раз, и то на песочнице. А песочница — это даже не общий тест, это где-то там глубже и дальше. Режим — это королевская битва, которая в картошке называется «Стальной охотник». Если вы не знаете, что такое королевская битва, это режим, где вы играете сам за себя, либо со своим отрядом. Побеждает только один, последний выживший. Начинаете играть все на одной карте, к концу боя карта уменьшается. Играбельный круг становится все меньше и меньше, и в конце выживет только один. Кто-то умрет от зоны, кто-то от врагов, а кто-то, может быть, сдохнет от багов, которые часто бывают у картошки. Этот режим тестировался очень давно, и я надеюсь, багов будет как можно меньше. Но мы с вами понимаем, что это World of Tanks от картошки. Чем же мне понравился этот режим и почему он такой офигенный для меня? Потому что я сам за себя все время нахожусь в бою. Обстановка каждый раз меняется. Поле боя сужается, нужно быстро принимать решения. Это очень отличная тренировка для развитие мышления в качестве скорости придумывания тактик на ходу, подстраивания под изменяющуюся ситуацию. Плюс еще враги все время разные. Ты всегда играешь тоже на разной технике, при разных обстоятельствах. Ты улучшаешь свой танк. Масса способов, как его улучшить, в этом режиме присутствует. Также враги тоже улучшаются. И каждый раз, каждая схватка, она уникальная. Этим мне и нравится режим королевской битвы. Сколько бы ты раз не играл в королевскую битву, каждый следующий раз как новый. Причем это всегда заряд какой-то энергии такой. Все происходит быстро, молниеносно, и тебе нужно на скорости все делать и думать. Это очень охрененно. Много очень эмоций можно получить от этого режима. Причем королевская битва, ее уже только ленивый не сделал. И вот дошло время до нашего замечательного World of Tanks. Насколько офигенная королевская битва будет в этой игре, посмотрим. Ну а пока предлагаю просто познакомиться с тем режимом, который будет уже 26 числа. В 12 часов дня стартует этот режим и закончится 16 сентября. Чуть больше чем полмесяца мы сможем наслаждаться этим режимом. Это замечательно, что разработчики выделили этому режиму достаточное время, чтобы в него наиграться. Также там еще какой-то турнир намечается. Вкратце, если вы блогер с любой аудиторией и любым контентом на Ютубе или Твиче, и у вас больше 10к подписчиков, вы можете куда-то там подать заявку на сайте картошки и принять участие с какими-то там призами. Но это тема другая, а в этом видео я познакомлю вас ближе с тем режимом, который нас ждет. Будет два варианта, как поиграть в стальную охоту. Если вы соло игрок, то вас ждет 20 игроков, одновременно играющих на одной карте. Если вы хотите поиграть с друзьями, то вас ждет режим, где на одной карте встретится 7 взводов по 3 человека. В каком режиме играть, выбирайте сами. Также уникальная техника. 3 штуки на выбор. Американец, советский танк и немецкий. Также танчики в бою можно будет улучшать. Каждый танк уникальный и прокачивается, повышая свои характеристики прямо во время боя. Заработать опыт на улучшение можно, собирая трофеи и нанося урон или уничтожая противников в бою. Насколько мы понимаем из информации с сайта, видимо, будет какой-то опыт у танка, либо общий, либо для каждой характеристики отдельный, который вы будете прокачивать. И тем самым танк будет улучшаться. Какие же трофеи можно собирать на карте? Желтого цвета трофей называется боекомплект. Он будет немного хилить, пополнять снаряды и давать опыт. Добыча зеленого цвета называется снаряжение. Она дает опыт, немного хилит и случайное снаряжение. Также, если вы убиваете врага, с него все выпадает, и вы забираете с него трофей. Он будет красного цвета. Ну и самая жирная добыча на карте, которая будет сбрасываться с самолета в рандомное место, синего цвета, называется просто груз. В нем будет что-то жирненькое, что превратит ваш танк просто в бешеного быка. Также в этом режиме будет новая игровая механика — радар. Нажимая кнопку X, вы будете сканировать местность вокруг себя, и все, что попадет в радиус зоны радара, подсветится и станет видимым. Но также, если враги попадут в эту зону, вы их увидите, и они вас тоже увидят. Также механика обнаружения и видимости в этом режиме будет следующая. Дефолтный рентген на 50 метров
такой же, как и в обычном рандоме, здесь будет присутствовать, но ваш обзор будет работать не в радиусе вокруг вас, а только вперед, куда вы смотрите, с определенным углом. То есть, чтобы что-то подсветить и увидеть, вам придется повернуть башню. Также еще будет особое снаряжение в этом режиме. Турбонагнетатель. Из названия понятно, что ваш танк станет на определенное время быстрее. Восстановление. Тоже из названия все очевидно, что он постепенно пополняет какую-то часть ХП. Предельная концентрация. На время ваш танчик быстрее сводится и улучшается стабилизация. Ну и ремонтный набор просто чинит все ваши поломки в танчике. Боевые резервы. Зона восстановления. Создается область, находясь в которой ваш танк и танки вашего взвода будут чиниться. Капкан. Создается область, в которой враги замедляются. Авиаудар. Самолет сбрасывает бомбы, которые оглушают и наносят урон. Вот этот резерв очень нужен. Без него же нигде и никуда. Слава богу, арты нет. Дымовая завеса. Все, кто попали в дым, у них увеличивается маскировка. Ну и куда ж без наград. Все же танкисты любят выгоду. Достигнув максимального прогресса в игровом событии Стальной Охотник, а это 25 степень, вы соберете наибольшее число наград. Среди них декали, кредиты, два уникальных стиля, боны, нашивки, медали и дни танкового прем-аккаунта. Ну и ближе к 26 числу картошечка выпустит подробный видосик с обзором всех вот этих вот механик, но в целом они настолько понятные и простые, что не поймут только танкисты. Очень сильно жду этот режим, надеюсь, он будет такой же классный и крутой, как был в то время, когда он тестировался на песочнице, и я в него играл подряд часов 5, пока его просто не отключили. С вами был Варчик, играть красиво, пока. Choppers, better cut those wrists. Cold blood in my fists, we fire starters.